Вот, я нажал клавишу W, и он едет вперед. Нажал клавишу X, он затормозил. Нажал клавишу S, он едет назад. Это машина из Лего с моторчиком, разработка Вовы Борисова, пятиклассника из села Ая. Он конструирует такие устройства на внеклассных занятиях по робототехнике в местной школе. Обычно эти изобретения видит только его научный руководитель, но сегодня Вова выступает с докладом о своей работе перед учителями со всего Алтайского района. Задача проекта. Первое. Создать эскиз робота. Второе. Разработать и протестировать программу для обеспечения функционирования робота. Третье. Обеспечить управление с помощью клавиш на компьютере. Актуальность моего проекта состоит в том, что дети могут сами себе собирать игрушки из набора Лего Вега. В Айской школе к научной работе детей привлекают с младших классов. Найти тему, составить план, подготовить презентацию и написать речь – все это неотъемлемая часть любого выступления. К нему школьники готовятся в течение года. Учителя говорят, такие работы помогают детям найти себе занятия по душе. Это выбор детей, но вообще индивидуальный итоговый проект, он рассчитан и на профориентацию, чтобы ребенок выбирал ту область, которая ему ближе и которая обязательно пригодится им потом в профессиональном самоопределении. Ежегодно в школе проходит научно-практическая конференция, на которой дети представляют свои работы и делятся опытом друг с другом. Многие школьники уже сейчас видят себя в будущем инженерами, технологами и филологами. Александр Молчанов, Александр Захаров. Новости.